Всем привет! Сегодня мы находимся в ЦДТ на отборочном этапе игры КВН среди школ города Владивостока. Сегодня здесь соберется много очень интересных людей, КВНщиков, школьников. В общем, будет очень весело. Мы начинаем КВН! I'm sexy and I know it. А ты первый раз ведешь школьную лигу КВН? Во второй раз веду школьную лигу КВН. Тяжело долго стоять. Это действительно тяжело, это плохо. А впечатление о школьной лиге, в принципе, ну, я считаю, что раньше было лучше, но это за счет того, что многие команды, которые играли раньше и дарили им праздник, эту радость, они уже закончили школу, и они уже сейчас в других местах нам дарят эту радость. А молодые, они только начинают. У них, я думаю, все впереди, все получится. С ними надо работать. Ну, ясно, спасибо. I'm sexy and I know it. Независимо от того, что вы на дверях стоите, вы смотрите за залом. Быть добрым, хорошим, приветливым, любезным. Так это же есть. Ну так вот. Ты работал раньше на КВН? Да, много раз. С детства. У меня хобби такое, работать на КВН. I'm sexy and I know it. Это Люда, наш волонтер. Сегодня она на КВН. Чем заключается твоя работа сегодня? Ну, я слежу за тем, чтобы люди проходили в зал без верхней одежды. Желательно, чтобы оставляли свои напитки и еду у меня. Ну, в принципе, все. Раньше ты работала на КВН? На КВН не приходилось, но я была бы рада и в будущем тоже работать на КВН. КВН – это, как известно, клуб веселых и находчивых. Очень интересная игра, на мой взгляд. Очень веселая, вообще занимательная, я с ними ржу с них. А сейчас мы будем брать интервью у наших КВНчиков. Вот там что-то возгласы какие-то. Привет, как тебя зовут, из какой-то школы? Привет, я Дима из 54-й. Какая у тебя команда КВН? Моя любимая команда. Так и называется? Да. Классно. И давно ты участвуешь в КВН? Где-то в районе 2 лет. И нравится ли тебе это? Да, получаю огромное удовольствие. Контакт, когда я рядом с ним, я забываю, где я, забываю, кто я. Контакт! Реклама. Борис Викторович. Это здорово, что школьники могут играть в своей собственной лиге, развиваться как личности, как творческие единицы, и что они не пьют и не курят по подъездам, а делают это на КВН. А в каком классе ты начал играть в КВН? В 10-м. Отлично, спасибо. А сколько у вас человек в команде? 10 человек. Ого, почему так много? Ну, дело в том, что из старичков, те, кто учится в 11 классе и скоро выпустится, осталось всего лишь 2 человека, даже 3. И надо было кого-то оставлять в команду, чтобы команда жила. Тем более, команда из 54-й школы, она уже считается как ветераном этой сцены. Вот. И мою любимую команду помнят, наверное, абсолютно все. Хочу вам представить команду технического лицея сантехники. Она состоит всего из 2 человек. Это Алексей и Виталик. Виталик, давно ли вы играете в КВН? Я играю в КВН уже 4-й год, с 8-го класса. Как-то вот пришел и вот затянуло. И вы вместе всегда были в одной команде? Нет, мы играем. Я играю с 8-го класса. Он с 9-го. Мы в одной команде играем, Ну да, мы в одной команде играем. Я с 8-го, он с 9-го класса. История вашего названия вашей команды. Солнечные техники, технические лицеи. В общем, нас двое. На самом деле, наша команда – это могучая стая. У нас есть 2 вожака. Часть команды идет за одним, часть за другим. Те, кто дошли, все здесь. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it.
Привет, Алинка. Привет. Как настроение? Ну, чем ты занимаешься сегодня? Открываю контрольный билет. I'm sexy and I know it. Игра КВН в самом разгаре. Много шуток, юмора. Болельщики кричат, они им все нравятся. Жюри смеется на весь зал. Наши волонтеры работают, исправляются со своей работой. Все отлично. Лучше называть как-нибудь русская фамилия. Типа Бачурина. Ну, есть Михалков. Нет, типа Бачурина. Перед вами команда «Остановка по требованию» и ее участники. Представьтесь, пожалуйста. Тима. Игорь. Алина. Андрей. Очень приятно. Из какой вы школы? 26. А давно ваша команда? Вообще, как «Остановка по требованию» — это как бренд. В этом году ему исполняется 10 лет, а вот именно таким составом — это наш тренер. Это весь ваш состав команды? Это не Русика, нет. Русика. А Русика, вы знаете? Нет. Русика все знают. Ае, дайте шуму, ае! Ае, мы все в одной бойне! Победители игры 12,4 балла, команда «Остановка по требованию». Спасибо вам. Всем спасибо за игру.